не могла. Любовь сказала: «Я пойду к ним, отче, и пусть исчезнет этот мрак полночный, я их люблю, я их спасу от зла». Смутились ангелы: «Зачем, Господь, тебе не достает хвалы небесной? Там на земле поют другие песни. Нет, я пойду, я стану плотью и кровью». И Божий Сын с небес в наш мир пришел. Он от людей не отличался внешне, таким, как мы, он был, но не был грешен, и на земле жил с чистой душой. Изведал все, все испытал Иисус. Как человек он знал и зной, и холод, он уставал, он жажду знал и голод, и искушение дьявольский укус. Он на кресте кончил жизнь свою. Любовь сказала: «Отче, совершилось». Когда Сын Божий расставался с жизнью, твою судьбу решил и мою. И ангелы смотрели на Христа, как кровь из ран его текла струёю. «Зачем, Господь, ты допустил такое?» «Я их люблю», — звучало со креста. «Я их люблю», — и слезы на глазах. «Я их люблю», — звучало тише, тише. «Какие громкие слова, ты слышишь? Христос для нас с тобою их сказал. Он полюбил тебя, друг, и меня. И в эту ли любовь нам не поверить? Он грешникам открыл на небо двери. Нет, ангелам такого не понять. Они от бед не плакали земных, греху и смерти не были подвластны. «Люблю», — сказал Спаситель, — «для несчастных. Люблю», — сказал Христос, — «для нас с тобой». «Люблю тебя», — сказал Христос и мне. И я пришла к Нему в одежде грешной и преклонилась пред любовью нежной. Такой любви на свете больше нет. Окутанная дымкой голубой плывет земля в космическом просторе, а на земле по-прежнему есть горе, людские беды и людская боль. Но Божий Сын Иисус в сердцах живет, Его любовью многие согреты, и до сих пор во всех концах планеты «Люблю тебя» Христос людей зовет.